Первый снег в этом году уже выпал, но староскурских автовладельцев не напугал. Очередей на шиномонтажных станциях пока нет. Все впереди. Устойчивый ночной минус, по прогнозам синоптиков, начнется уже с этой пятницы. Когда стоит менять комплект резины? В материале Анастасии Конниковой. Тимур Ахмедов в шиномонтаже 15 лет. За эти годы отточил навыки до автоматизма. Замена комплекта летней резины на зимнюю занимает всего 10-15 минут. И это с полным комплексом услуг. Шиномонтаж, балансировка, если возможно, там герметизация дисков. Бывает, находим при моменте переобувки саморезы. Мы их сразу на месте устраняем, ставим латки, заклеиваем, чтобы у человека в дальнейшем не возникло там неприятностей в течение зимней эксплуатации. То есть свободно отъездило от зимы до весны, не знаю, горе. Сейчас на шиномонтажках не так много людей. По традиции староскольцы ждут первых заморозков и снега. И немногие знают, что производители покрышек не просто так разработали два варианта шин – зимние и летние. Их отличие не только в шипах или липучках. Да, в основном начинают переобуваться именно с момента наступления первого снега, а не с момента первых холодов. А как правильно, по правилам надо, в общем, начинать менять колеса. Когда на улице температура не больше плюс 7, летняя резина теряет свои свойства, там состав резины отличается от зимней. Соответственно, уже сцепление за руль будет не такое качественное, как на зимней резине. Светлана Наджиева за рулем 25 лет и давно придерживается правила смены резины. Стараюсь, чтобы до холода лёда не допускать. Похолодало и надо перебываться. Кстати, не стоит забывать о балансировке, даже если вы приобрели на зиму новую резину. Существует рекомендация для новой резины, то есть первократно отбалансировали ее, потом вам нужно будет прокатиться по 1500-2000 километров пробега, после чего повторить балансировку. Это связано с тем, что колеса могут, в общем, обкатываться, то есть их надо прикатывать. После этого уже можно балансировать колеса там, не реже, чем 5000 километров. И, соответственно, у вас будет равномерный износ покрышек. Если ваша машина еще на летней резине, то стоит поторопиться записаться на шиномонтаж, пока возле станции не образовались километровые очереди. Зима близко. Анастасия Конникова, Евгений Левошко, Михаил Локтионов, 9 канал.